баба. Не, не похоже. Да чисто баба, вон, смотри. Вот руки, а это сиськи. Правда, одной не хватает. Инвалид? А это вон жопа. А лампочка? Лампочка? Гермафродит. Пахомов, вынеси и промой с хлоркой. До свидания, разбойнички. Пацаны, достали уже. А чё я? Это Кирон опять не с той ноги встал. За государство целостность, за нефтяной запас. Спецгорлом перерезанным несчастный контрабас. Стоит с угрюмым вызовом не сдавшийся Кавказ. Маячит в телевизоре ведущий. Но спит контракт не кротко, не видит этих рож. Теперь с пробитым горлом уж водки не хлебнешь. Хара жрать, оставь назад. А он гора ну хорош. Да, рыб, ну, ах, белые возьми. Березы срубили не за грош. Ну, пацаны, третий. Помянем. Ну. Вы что, совсем обалдели? Правительственную награду обмываем, Олечка. Ты плесень зеленая завтра выписываешься, а их за пьянку в часть отправят. Журавлев, ложись. А меня Кремль на елку. Ой. Ай. Прощай ты, моя лапа. Чтоб через 5 минут все чисто было. Разбойнички. Чечен за контрактника. А Оля, говорят, трахается, как пчелка. С
слышь, Пахом, ты сам затрахал уже. Я? Тебя? Да я тебя и пальцем не трогал. Всем лежать! Пошли? Я сам. Терминатор, блин. Ну как? Рок-н-ролл. Цел? Здравствуй, мама. Домой вернулся я не весь. Вот нога моя, на гостью повесь. Ты последний. Бесполезно. Без этого получишь прямо сейчас. А с этим? А с этим подождать придется. Долго? Как деньги переведут? Значит, всего 10 тысяч не хватает. Вообще денег нет. Ладно, я не жадный. Мне тут письмо передать надо от лейтенанта Морозова. Морозова? А, разведчика. Передадите? Не, знаешь, давай ты сам. Я ее не знаю вообще. Ничего, тебе покажут. Ты видишь у меня их сколько. Тем более, это наш офицер. Неудобно. А ты передашь, и все.
Это что, теперь деньги у нас по звонку дают, что ли? Спасибо. Да, везет некоторым. Третий уже сегодня, да? Успокойся, безалкогольная. А в понедельник курить брошу. Дембель? Типа того. Вот эта шашка сколько стоит? Денег не хватит. У меня хватит. Ленок, подай-ка шашку. А сам? Уже не в состоянии, да? Разговорчики в строю. Видишь, какая у меня контора тут? Снайпера. Белые колготки. С закрытыми глазами десятку выбивает. А? Как играет. Так она ж тупая. А тебе что, разделывать кого-то? Да нет, подарок другу. Ну, тоже дело. Снайпер, ну-ка глянь, что там Петровна залипла? Сколько ждать ее? Оно. О, блин, а ты что здесь делаешь-то? Ее пить можно. А что, домой не едешь? Сегодня поеду. Угощайтесь, товарищ майор. О, разбогател. Да прикупил тут подарочек. Ты знаешь, у нас с такими деньгами лучше не шляться. Опасно. Товарищ майор. А где нашего лейтенанта похоронили? Да где-то здесь. Ты у жены спроси. На нем вы тоже 10 штук наварили. Боец, ты в армию зарабатывать пришел? Вот и все. А то тут ко мне тоже вроде тебя один боец приходил. Сколько мне за контузию дадут, сколько за ранение вояки. Ты лучше спасибо скажи своему взводному, что он тебе мудаку жизнь спас. Давится за рубль. Да мне похер. На. Еще? Ну-ка пошел отсюда. Ну иди, иди.
тебе реабилитация нужна? У нас тут есть специальный центр. А это сколько стоит? Долларов 200. Договоримся. Вот, возьми визитку. Если надумаешь, позвони. Можно, да? Да, боец, не вопрос. Деньги есть, так? Тебе сейчас главное грамотно развернуться. Боец, ты чего? Боец, что я тебе сделал? Мама! Ну что, исчезли? Ну, мочканул ты этого финика, что-то добился. А чё он меня бабками попрекает? Я не за них воевал. Ну да, ты же у нас герой. А вот мы с Никичем заработать хотели, да, Никич? Ну я вообще-то и так бы пошел. Да ладно, не гони. Видишь, мы за деньги и мертвые, а он идейный и живой. За деньги? А что тогда прикрывать остались? Потому что тебя, дурака, ранило. Не высунулся, не нужно было бы оставаться. Мне лично Мороз приказал. А вот что ты, я не знаю. Потому что стрелять ни хрена не умеешь. Да шиздец какой-то. Я не умею. Да у меня на стрельбах одни пятерки были. В смысле, десятки. Десяточек. Мне командир, если хочешь, СВДшку предлагал, понял? Не таскался бы сейчас с этой дурой. Ой, да не ной, ладно. Мне что ли легче? Сравнил. Чё, Кир, деревяшка чешется? Такое бывает, я читал. Фантомная боль называется.
А, ну тогда тебе повезло, что только ногу отрезали. А то бы был фантомный оргазм. Вообще-то вы как живые. Да, живые. Только невидимые. Ну я-то вас вижу. Значит, это кому-то так нужно? Кому это нужно? Спроси что-нибудь полегче. Пацаны, а вы там где находитесь? Где там? Ну, там. А чё ты туда показываешь? Вы что, в аду, что ли? А хрен его знает. Ну, уж не в раю это точно. А черти и вся эта байда? А там вообще никого нет. Степь голимая, высотки как под шалит. И снега, во. Парни. А кто из вас первый? Зажмурился? Никич, конечно. Хорош гнать! Я тебе вот этой самой рукой глаза закрыл. Угу, век не забуду. Никакой благодарности. Эй, сынки! Алло, бойцы! Мы? Ну, выручи, рублей 7, не знаю, 8 там, пиво. У меня нету. Сейчас. У женщин нет интеллектуальной совести. Потому что вот все, что говорим, мысль говоришь, а потом она тебе своими словами эту же мысль и выдает, как за свою. Их нельзя поразить, можно удивить только. То есть у мужика инфаркт, а она что-то не работает. Спасибо. Мужик. Извините, мужики. Спасибо. Я не понял, он нас что, видит? Да ни хрена он не видит, он же пьяный в жопу. Вот и мерещится всякое. Ну и как вам там? Да нормально, холодно только. И курить хочется. Еще этот дуру заколебался таскать. Надо было СВД-шку брать. Да, но ты все равно стрелять не умеешь. А почему с оружием-то? Да оно же в военниках записано, Кир, ты чё? Ходит дурачок по лесу. Дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу. Ищет дурачок глупее себя. Идет смерть по улице, несет блины на блюдце. Кому вынется, а тому сбудется. Тронет за плечо, поцелует горячо. Полетят копейки из-за пазухи долой. Ой, ходит дурачок по лесу. Ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу. Ищет дурачок глупее себя. Зубчатые колеса завертелись в башке. Промокшие ручки под бронебойным дождем закипел.
Там правда менты ждут. Ты можешь я на разведку сгонять? Мать, чем купить? А я думала, ты раньше приедешь. Да в части задержали. Это тебе. Ой, спасибо, Сереж. Ну зачем так было тратить? Да ладно, что там. А я с Гурьяновым говорила. Обещал тебя на работу устроить. Mm-hmm. Да. Говорит, в охрану можно. А ты пельмени с чем будешь? С уксусом или со сметаной? Да, все равно. Ну, ты же со сметаной любил. Давай сметану. Ты будешь? Не, я не хочу. А он на охранников жалуется. Говорят, они там сидят целыми днями, пьют. А с другой стороны, что им еще делать? Нет, ну иногда, конечно, можно за компанию. Мам, я не пью, если ты к этому. Не то чтобы совсем, но нормально, короче. Нормально? Угу. Ну и молодец. За родителей. За тетю Марину. Давайте, ну, давайте, мы с вами. Ну. Серый, а ты их много положил? Не знаю. Скромничает. А трудно человека убивать? Запросто. Тебя спрашивают. Что, я в армии зэка завалил. Значит, стою я на посту. Бизнес. Я в армии зэка завалил. Стою на посту, значит, он прет через запретку, а ему стоять. Кира, а что это будило курить? Чук из автомата. Чё куришь? Прима. С фильтром. А там кишки синие. О, а вы не едите ничего. Танюш, Рит, давайте накладывайте. Да наелись уже, все так вкусно. Мне кусочек больше. Сереж, ну ты давай, укажи. Слушай, как вас снимаю? Не знаю. Какой парень был, а? А сейчас плохой, что ли? Не, ну ты что, если много по самым яйца отрезали? Наверное, не стоит теперь. Сейчас. И мне тоже налей. Я ем. Кир, скажи что-нибудь. Слышь, Семина? Ногу мне отрезала по колено. И при этом стоит, будь здоров. Нифига себе. Ты руки, руки. Клёво. Тётя Марина, спасибо за всё. Счастливо, Серый. Давай, давай, заходи. Ну все, давай, пока. Пока. Оп. Тебя ждать? Не штовар принимать. Ну, созвонимся. Тебе помочь? Ну, помоги. Идем. Сережа, ты ключи взял? Да, да, взял. Сейчас, Сережа. Пока. Танюш, пока. До свидания. Я буду вместо! Вместо! Вместо нее! Твоя невеста! Честно! Честно ее! Чего улыбаешься? Просто рад тебя видеть. И я рад. Игорь, а ты меня рад видеть? Ты на всю ночь? Ну да, до шести. Ты их видишь? Кого? Ну, а что ты тогда туда посмотрела? Да так, показалось. Ну ладно, пойдем. Хозяйка, принимай. Китайскую лапшу я брать не буду. Бери, она хорошо идет. Так, я знаю, как она идет, она только место занимает. Говорю, бери.
Грузи назад. Слушай, я туда-сюда ездить не буду. Я сказала, грузи. Чего ты, сволочь, по крайней мере? А он ее прет. Ну почему? Не обязательно. Ты с ним спишь? Чего это ради? Да ладно, что, я не знаю, как с ними работать. Ну-ка ты знаешь. 200% прет. Да если он меня хоть пальцем тронет, его в асфальт закатает. У меня Вовка в ОМОНе служит. Они здесь все точки крышуют. А Вовка это кто? Брат двоюродный. Ты чего? Ничего. Мне идти надо. Дурак ты. Любовь. Клевая девчонка. Игорек, а тебе бывает бабу хочется? Постоянно. Мне тоже. И что теперь делать? Спроси что-нибудь полегче. Таня, а кто такой Вовка? Вовка? Да так, помогает мне, чтоб хачки не доставали. Понятно. Ничего тебе не понятно. Больно? Да нет, просто не привык еще. Извини. Сереж, ты думаешь, что у нас с тобой все, да? Из-за ноги? По телевизору показывали, у немцев такие протезы есть, бегать можно. А у тебя наш? По лицензии. Хочешь, я с Вовкой поговорю, он тебя к нам устроит. На немецкий протез заработаешь. Че тебе уговариваю? Вам там по штуке в день платили. По 800. Да я вообще не об этом. Годы такие непоравые. А годы такие дебилые. Кому-то колечки направые, кому-то колечки налевые, кому-то колечки направые, кому-то колечки налевые. Слезали девчонки, умоются, а мальчики быстро состарятся. Танюха! Сейчас! Забодали уже. Одну? Одну. Ты что, не открывала долго? Заснула. Может, компанию составишь? Да вали давай! Я пойду. Подожди, я хотела тебе сказать... Я все понял, Танюш. Ничего ты не понял. Давай завтра поговорим. Почему завтра? Я мать еще толком не видел. Ну ладно, иди. О. Кир, ну что там у вас? Да ничего. Сереж! А тогда за столом как ты понял, что мы о тебе говорили? Сердце подсказало. Я так и думала. Вилы. Я не понял, она с чего слышит, что ли? Да ни хрена она не слышит. Просто любит этого дурака. До свидания, мальчики. Вообще этих баб хрен просышь. Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатичное. Thank you.
Сережа, ты давно пришел? Только что. Таня хорошая девушка. Ты ей писал? Писал пару раз. Она тебя 2 года ждала, а ты нас сверхсрочно остался. Зачем? Мам, мне в Москву надо будет отъехать ненадолго к другу. Когда? Завтра. Сережа, что случилось? Да ничего не случилось. Чего ты сразу панику наводишь? Я не навожу. Просто нужно съездить и все. Он меня вытащил. Должен я ему сказать спасибо или нет? Должен. Ты всем всегда все должен. Ты воевать должен. Ну, успокойся, мам. Я тебя прошу, успокойся. Сережа, ты пришел и все молчишь, молчишь. Я что, тебе чужая? Не чужая, нет. Сережа, не чужая. Сережа, ты только в себе не замыкайся. Я тебя прошу, хорошо? Хорошо. Ой, слушай, я совсем забыла. Гимнастерку заманчивала, там в кармане было. Тебе, наверное, нужно? Да, спасибо. Водички принести. Итак, дорогие друзья, просим каждого, кто знает что-нибудь о жизни привидений, сообщить в нашу редакцию. Наш телефон 223. Под Шали, не под Грозным. 2, 3, 3, 3, 3. Я тебе говорю, под Шали, у меня прическа тогда такая была. Спокойствие. Хо! Понеслась душа в рай. Горюх ты тебе. Легкие. А так? Подвинь лампу, а? Не видно ни хера. Ой, еп. Горюх, хорош прикалываться. Эй, ты что без тоста? Кир, скажи, а? Давайте за вас, пацаны. Нет, за нас 3-й. Давай за тех, кто живой остался. Слушай, оставляет, а? А я тебе что говорил? А вот бы с бабами так понюхал и... Смотри, Никич, нажрешься опять? Да ладно. А помнишь, как мы его у строителей в Ханкаре оставили? Я не понял, ты разве куришь? Ну так, баловался иногда. Не надо начинать. Кир, дай сигарету. А помнишь, ты мне пачку Винстона зажигал? Когда это? Я же не курю. Я знаю, поэтому и спросил. Ты что, не отдал, что ли? Нет. Ах, вот из-за кого мы до сих пор по степи шуримся. Это из-за тебя нас в рай не пускают. Долги нужно вовремя отдавать. Я что, для себя, что ли? К Ларисе в гости ходил. А, так вот кто товарищ старшего лейтенанта трахал. Сережа. Все нормально, мама, анекдот вспомнил. Пошли в жопу оба. Да я и так в жопе. Да мы тоже, только непонятно в чьей. Не богохульствуй. А что я такого сказал? Не, серьезно, я лично не понимаю, что происходит. А что ты не понимаешь? Все ясно. Помнишь, когда в ГИХИ ходили, ты гранату во двор кинул? А что, я должен был ждать, пока стрелять начнут? Так не стрелял никто! Так потому и не стреляли, что кинул! Да ладно. Все с нами ясно. Да, Кир, теперь у тебя крыша поехала. Самурай, блин. Игорёх, такой нудный бываешь, честное слово. Парни, а какого вы со мной поехали? Честно. Военные тайны? За вас, пацаны. Я вот сейчас подумал. Вот дошел со жмурьками, водку пью. Ты понял, Никич? Это он нас жмуриками назвал. Подонок!
Кир идиот, конечно. Спасает его теперь. Не каркай. Ее жалко. Слушай, может, Славик чем поможет? Че он там гнал, что у него отец какая-то шишка? Че же он тогда своего сына от армии не отмазал? Славик тот еще балабол. Хорошо, хоть у меня сестра осталась. А то бы мама совсем с ума сошла. Что-то показалось, так же вроде, когда мы Киру встретили. Сегодня какой день? 38-й. Еще два дня? Не знаю. Пацаны, вы что такие хмурые? С Бодуна? Пойдем. Мы за ним все ходим и ходим. Спроси что-нибудь полегче. Почему он нас видит, а другие нет? Я так думаю. Мы... Типа совесть его. Чего? Ну мы же за него, походу. Если бы не поставился по глупости. Тихо ты. Парни, вам, конечно, все равно. Ну, короче, простите меня, пацаны. Чё, Кира, правда совесть замучил? Так покайся. О-о-о, а мы типа ангел, а ты грешник на колени. Да пошли вы. Слышь, Никич, мы за него, можно сказать, жизни свои молодые положили. И он же нас и посылает. Да никакой благодарности. За меня? Нет, за Пушкина. За Путина. А я вас не просил. Простите, что живой остался. Смазать бы тебе. Давай. Кир, ты достал уже. Ты живой, так? Вот живи себе, блядь, а радуйся. Гуляй, баб, тарахай. А свою в жопу себе засунь. Игорёв, а ты когда-нибудь в Москве бывал? Конечно. А я первый раз. Пацаны, а вас где похоронили? На кладбище. А на кладбище все спокойненько, ни друзей, ни врагов не видать. Все культурненько, все пристойненько. Исключительная благодать. Ну давай, Кир, за встречу. Давай. А нам? Ты рубай, рубай.
А что дома-то? Совсем не был? А... Рубай, рубай. Ну, я вот все, с дочурой вожусь. Прикинь, поначалу дядь меня называла. Я даже Ленке говорю, а что ты за дядь такой без меня объявился, а? Сосед. А я тебе тут подарок вез. Да не довез. Потерял? А что за подарок? Маленький такой ножичек. А? Шашки. Клево. Прикол, блин. Ап. Давай за тебя слов. Спасибо, что вытащил тогда. Ладно, давай. Да дайте вы водки, фашисты в натуре. Ладно, мы и сами можем. Игорёк? Машка заплакала. Вот мы проснулись, вот. Смотри, какой дядя к нам пришел. Кир, ты ей понравился. Тебе в ПЕТ надо поступать. А сколько ей? 4. И все уже понимает. Мозги хорошие. А твоим по сколько, Игорёх? Давай сейчас ручки помой. Речика помой. Ладно. Еще бухнуть надо. Вновь ребят зовет дорога до родимого порога. 90 суток впереди. На. Ты рисуй, рисуй. Ни цветов, ни хлеба с солью. Руку их сердца положи. Наполнят болью. Дикий танец трассеров в ночи. Мины, свист, подрыв фугаса, труп сгоревшего КамАЗа. И за бандой рейдом по горам выше будут только звезды, да орлами свиты гнезда. Тяжело придется пацанам. Чукин, давай третью. За пацанов, за наших. За Игорька Никича. Муху. Санку Ситникова. За Мороза. Да. Сейчас, подожди. Игорёк, за нас пьют. А у вас сне между боями та любимая с кудрями, что с земля обухом, пацаны. Спасибо. На плечо. Такое ощущение, что они с нами. Я сейчас заплачу. Жив Чироки и квартира, а впоследствии могила свежая у друга. Чехов больше сотни было. Они их сразу задавили. Это мы почти час держались. Да, они час держались. Минут 15, не больше. Игорь вообще зря остался. Кир, скажи ему, что это не его собачье дело. Они поверху пошли, понял? Да их поверху обошли. Они чё один, чё бы он сделал? Ты-то откуда знаешь? Ты вообще без сознания был. А у меня типа это... третьего глаза открылось. Не веришь? Давай я сейчас отвернусь, ты мне покажешь пальцы, я скажу сколько. Давай. Третий глаз. Давай. Два. Два. Восемь. Восемь. Хм. А так? А так вылетит птичка. А ручки-то вот они.
Кир. Кир, ты чё? Идиоты. Кир, для вас это не опасно. Придурки. Кто? Да эти два придурка, вон они сидят. Вон Игорь, вон Никич. Кир, слушай, может тебе кофе, а? Дай руку. Да не бойся ты. Никич, иди сюда. Кир, хорош! Вы чё, идиот, он теперь думает, что я чокнулся. Ладно, Кир. Пошел ты. Жена его? Красивая. Кто у тебя? Да там, сосед по гаражу. Машке я приготовил. Серег. Серег, слушай, подожди меня внизу, а? Я сейчас Машку покормлю, сходим куда-нибудь в клуб, бухнем. Горами, за лесами, за долами. Кто-то крепко любит, верит, ждет, что разлука ненадолго, друг по исполнению долга обязательно домой придет. Что разлука ненадолго, друг по исполнению долга обязательно домой придет. Стелет скатертью дорога, все уже пьяны немного. 90 суток позади. За столом. Да не выйдет он. Помолчим, друзей. Может, сам зайдешь? А чё я пойду? Говорили же. Мне Славик никогда не нравился. Хитрожопый слишком. Ну, не знаю. Он меня 15 километров на себе тащил. Ну и что? А теперь у него жена, дочка. Семья, короче. Он мне каждый день в госпитале снился. Кир, а селедка вкусная была? Ну как, обыкновенная? Обыкновенная. О, я ж говорил. Бабулька представилась. Она теперь что, с вами будет? Нет, у нас мирняка нет. Мрет народ. Мирняк, что им еще делать? Ну что, Кир, страшно стало? Я самое ужасное в мире привидение! Ура! Ура! Сейчас бы туда. Да бы. И чтоб все наши живы. Муха, Саня, Ситников, Герыч. Мороз. Мороз, конечно. Мы? Ну, мы само собой. Славик тоже. Славик? Славик нет. Только через мой труп. А я, наверное, к братве пойду.
киллером. Еще один снайпер нашелся. Тебе знаешь, куда надо? Пересвет. Пересвет, да он контуженный в натуре. Заговоренный. Кому он на броню сядет, БМПшка в куски, а все целы. А кому печать на лоб поставить, снайпера мажу. А ты его видел? Печати видел. А что за Пересвет-то? Да монах один, бывший офицер из десантуры. Говорят, он после Афгана в монастырь пошел, а как война началась, в Чечню подался. А еще, говорят, как-то раз духи его поймали, предлагали в мулы пойти. А он? Нафиг послал. Че, правда, монах? Ну, не так, конечно. Ну, типа того. Тихо. Че он там слушает? Да подожди ты. Ну что там? Все. Черт. Кир, слушай, что там Слайк про какой-то клуб базарил? Какой тебе клуб? Ага, вам-то хорошо, а я в Москве, между прочим, первый и последний раз. И лампа не горит, и в рот календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Любой обманчив звук страшнее тишина. Когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина. Черный кабинет и ждет в стволе патрон. Так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро. Площади полки, темно в конце строки, и в телефонной трубке эти много лет спустя одни гудки, и где-то хлопнет дверь, и дрогнут провода. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда. Игорёх, а может, это все так, а? Не знаю, посмотрим. Может, нас просто контузило? Прикинь, мы сейчас с тобой в госпитале лежим. Я в газетах читал. Человек уже умер, а на самом деле... О! Я же говорил. Самое ужасное привидение в мире! Ура!
Бог! Молчишь? Шиздец, короче. Давай потихонечку. Аккуратней. Там мужик какой-то. Да я вижу. Ты чего? Сейчас. Вы не знаете, как в Чертаново проехать? Я не местный. Скоро метро откроется, там спросишь. А как к нему подъехать, покажете? Воевал? Ну, воевал. Долго? Слушай, а ты мне не поможешь? Мне тут друзей найти надо. Стругина. Это рядом. Я заплачу. Слышь, мать, может, заработаем на пеленке, а? Не знаю, так целую ночь ездим. Встречу в машину сажать. Да все нормально. Отвезу, через час вернусь. Но нужно мне, понимаешь? Не для себя. Ну? Ну ты поосторожней с ним, ладно? Хорошо. А вдруг он машину украдет? Да я ж ключи взял. 50 городов вещания в России. Крупнейшая радиосеть. Курить можно? В мире. Кури. Мы, а сам не куришь? Нельзя мне. Болеешь? Сан не позволяет. А-а-а. Типа кадил сатаны. Ну а пиво? Можно, если не за рулем. Смотри, прям как у нас. А женщины? Ладно, не буду. И давно ты священником работаешь? У нас служит. А платье какое хорошо? По-всякому. А чё ты в попыт-то пошёл? А ты на войну. Да ладно, чё, из-за денег, что ли? Не, правильно, меня тоже достали уже. Что ты туда зарабатывать поехал? А ты не за этим? Ну и за этим, конечно. На свадьбу хотел заработать. И давно служишь? Не очень. Сколько? Ну какая разница? Ну сколько? В это воскресенье руку положили. Так чё ж ты молчишь-то, Зёма? Это ж надо отметить. Да может хватит, ты и так уже хороший. Буду ещё лучше. Ну, за рукоположение. Тебя как звать-то? Отец Сергей. Вах, отец. Меня тоже Сергеем зовут. Анекдот знаешь? Хотя ладно, не буду, с матюками. Слушай, прекращай, а то милиция остановит. Да ладно, не остановит, они увидят поп за рулем. Да что ты меня все время попом-то называешь? Ты сам-то крещеный хоть? Да я вообще мусульманин. Если бы чехи не с нашими воевали, я бы к ним пошел. Их, конечно, мочить надо будет. Но знаешь, у них есть чему поучиться. А что будет, если человека убил?
На войне? А какая разница? Есть разница? Сделай погромче. Не подскажешь, как в Стругино проехать? Дай откурить. Не знаешь? Чего? Я говорю, как в Стругино проехать. Чё ты меня на голос берешь? Вон оно, Стругино твоё сраное. А как туда проехать? А чё туда ехать? Идем к тропинке и все. Разъездились тут. Рахиты. Вот урод. Ну все, дальше я сам. Стоп, хватит на пеленки. Да бог с тобой, я пошутил. Ну спасибо, Серег. Или как там? Отец Сергий. Не обижайся, если что. Давай, счастливо. Счастливо. А если не на войне убил, а так просто, что тогда делать? Каяться. Ага. Я так и думал. Ты свой план забыл. И так найду, с Божьей помощью. Хочешь, я тебе помогу? Не надо. Давай к жене своей возвращайся. Потом обратно отвезу. Не надо, иди. Спасибо. Иди, я сказал, все! Ну а что я могу сделать? Верный гад. Не догнал? Быстро бегает, зараза. Вот гад, там столько всего было, а? Убивай таких мало. Ну, наливай, что ли? Ты же за рулем. В рясе не остановит. Правильно.
теплая. Обчуй, Мартан. Да? А что там? Часть или деревня какая-то? Угу. Блин, распухло. Подожди, подожди. Надо было костыли взять. Ну чё, пошли, что ли, Зёма? Ногу хапни. Опа. Слушай, давай я тебя на спину возьму. Да тяжело будет. Давай, давай. Ты легкий. Ну давай. О, опа. Тяжелый ты, зараза. Ты Пересвета знаешь? Какого Пересвета? Да монах один, в Чечне тоже был. Имя такое странное. Опа. Так, кладбище. Значит, где-то и деревня рядом. А это и есть деревня. А чего ты сразу-то не сказал, что тебе на кладбище нужно? Деревня, деревня. Сразу бы сказал, я бы панихиду по ним отслужил. Ну, не сказал, не сказал. А как их фамилии-то? Может, спросить у кого? Сереж, может, спросить у кого? Сереж. Сереж. Сергей! 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 Пацаны. Здорово, пацаны. Никич, морда, ну куда вы смылись? Я вас сутки ждал. Здорово, братан. Муха татарская, морда. А ты что тут делаешь? Здорово, Сань. Чё-то я мороза не вижу. Серега, тащи эту бутылку. Пацаны, сейчас гулять будем.
Никитич, ну где вы? Ну чего борзеете, Игорь? Сейчас гулять будем, пацаны. Да, отец Сергей? Я не буду. Как хочешь. Ну, идите, вмажем. Ну! Сережа. Ты думаешь, я того, да? Да я этих обалдуев 2 дня назад, как тебя видел, живых. Сейчас, подожди. Ну вы что, обиделись? Ну что, я зря сюда ехал? Пейте, жмурики. Хрен с вами. Извини, Никич, закуски нет. А жвачка осталась? Нате, занюхайте. Игорь, это тебе спецом. Дай мне тоже сигарету. Они все из твоей роты? Нет. Генка Никич, Игорь Лагутин. Замок. Саня Ситников, замком взвода. А вон Муха, Мушаилов. А Игорь с Никичем я 2 дня назад как живых видел. Говорят, нет там никого. Где там? Там. Может, это не они были? А кто? Бесы. Да сам ты. У Никича разгрузка моя. Говорят, нет никого и холодно. Да что, они в ад попали? Не знаю. Ну ты даешь. В ад, конечно, кому они еще нужны? Я к ним попрошусь. Так. Ты что хочешь? Псалтырь прочту по усопшим. Не надо. Почему? А потому что раньше надо было. Где он раньше был, твой бог? А Муха наш вообще мусульманин, у него обрезанный, понял? Да это ничего. Вали отсюда! А вот за это... Ну все, я пошел. Спасибо вам, пацаны. Благословен Бог наш всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царствие, сила и слава во веки веков. Аминь. Боже духов и всякая плоти, смерть по праву и дьяволу упразднивый, и живот миру Твоему даровалый. Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом, или помышлением, яко благий человек и любец, Бог прости, яко несть человек, и же жив будет и не согрешит, Ты бы един, кроме греха, правда Твоя, правда вовеки, и Слово Твое истина. Человек любит самим, в блаженном успении вечный покой. Дай, Господи, усопшим рабам Твоим, Александру, Андрею, Марату, Игорю, Геннадию, Виктору, и сотворим вечную память. Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй Чего так долго, пацаны? Я вас ждал, ждал. Ждал, а нас видите ли? Это мы тебя заждались. Вставай, жмурик, пошли. Куда? Спроси что-нибудь полегче. Хватит хромать-то. Отхромался уже. Вновь ребят зовет дорога до родимого порога. 90 суток впереди. Ни цветов, ни хлеба с солью, их сердца наполнят болью. Дикий танец трассеров в ночи. Мины, свист, подрыв фугаса, труп сгоревшего КамАЗа. И за бандой рейдом по горам выше будут только звезды, да орлами свиты гнезда. Тяжело придется пацанам. Выше будут
да орлами и свиты гнезда. Тяжело придется пацанам. Стелет скатертью дорога, все уже пьяны немного. 90 суток позади. За столом все вместе встанем, помолчим, друзей помянем. Пусть земля вам пухом, пацаны. За столом все вместе встанем, помолчим, друзей помянем. Пусть земля вам пухом, пацаны.